Сегодня четверг. После выборы были в воскресенье. Еще до сих пор не обнародовано результатов. То есть может выясниться, и так выясняется, что партия Порошенко понемногу побеждает все в большем количестве областей. Если бы эти выборы были, например, в России, например, или в Белоруссии, или где-нибудь еще, не опубликование данных на четвертый, на пятый день было бы воспринято всей мировой прогрессивной и демократической общественностью явно как явная подтасовка. Но ввиду того, что Украина является младшим другом главной страны демократии Соединенных Штатов, то даже если она не публикует результаты еще через месяц, ничего страшного, выборы все равно будут признаны демократичными и состоявшимися.